время в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенно еси от всех родов, и славится пречистое имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, яко аз усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословен Ты нам, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душа наших. Спасибо. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, родителей моих, сродников, начальников, наставников, благодетелей и всех православных христиан. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, родителей моих, сродников, благодетелей и всех православных христиан, и прости им вся согрешение, вольное и невольное, и даруй им Царствие Небесное. Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Смирение.